В Асбесте растет число покусанных клещами. В этом году зарегистрировано уже 920 случаев. Из них 150 среди детей. Это в полтора раза больше, чем за прошлый год. На сегодняшний день ситуация в городе с клещами по количеству покусанных лиц оценивается как неблагополучная. Активность клещей в этом году достаточно высокая. Однако садоводы не торопятся ставить прививки. Вячеслав Королев все лето проводит в саду. Прививку от клещевого энцефалита ни разу не ставил и не собирается. Для нас клещей-то не бывает. Нас нет. Он эти укусы до коса, но от него след. И хороший. Чаще всего активность у клещей наблюдается с первых лучей солнца. Уже в апреле регистрируются первые случаи. Пик всегда выпадает на июнь-июль месяц. К августу активность чаще всего снижается. Поэтому стоит уделять особое внимание мерам профилактики от клещевого энцефалита. Основные меры профилактики у нас существуют специфическая. Это проведение вакцинации обязательно, введение иммуноглобулина после укуса клещом. Неспецифические меры профилактики – это при выходе в лес использование специальной одежды, это использование репеллентов, которые отпугивают клещей, и проведение акарицидных обработок на территориях. Стоит отметить, что риск встретиться с клещом есть как в городе, так и за городом. Чаще всего это коллективные сады и близлежащие поселки. В этом году уже были случаи укуса в городе. Обычно это лесной массив у торгового центра «Нептун», около Ростелекома, а также на Аллее Победы. Стоит отметить, что летальных случаев в этом году пока не зарегистрировано. На сегодняшний день у нас с предварительными диагнозами клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза госпитализированы в лечебное учреждение уже 10 человек. Из них 8 человек с подозрением на клещевой энцефалит и 2 человека на клещевой боррелиоз. На данный момент сделано 9000 профилактических прививок против клещевого энцефалита. Это 50% от запланированных 17 тысяч. Активно прививаются предприятия, а также учреждения, организации города. Прививки можно сделать в поликлиниках города. Это детская поликлиника и поликлиника номер 4. Вакцину можно приобрести в аптеке. Одна доза стоит около 200 рублей. Анастасия Самарина, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.